Полезный разговор без отрыва от производства. На Нефтегорском заводе цветных сплавов прошла встреча в рамках проекта «На связи с губернатором». Звучание с интересом задали специалистам все интересующие вопросы и тут же получили руководство к действию. Обо всем подробнее в сюжете Екатерины Алексеевой. 27-летняя Ирина Рязанцева трижды мама. Уже третий год вместе с мужем работает на заводе цветных сплавов. Женщина признается, зарплату платит вовремя. Только этого едва хватает семье из 5 человек. Пока дети ходят в садик, но уже через год старшим двойняшкам пора в школу. Детки очень маленькие. Вот на следующий год у меня старшие в школу пойдут. А как бы на те же самые тетрадки, ручки, на все это, естественно, тоже нужны деньги. И как бы их нету, не хватает. Даже если двоих сразу сейчас собрать, это минимум нужно 10 000. На какие меры соцподдержки могут рассчитывать семьи с детьми, в рамках встречи рассказали специалисты. Заводчане с интересом включились в беседу. Эти встречи, они необходимы, потому что нам не всегда удается встретиться с таким количеством населения, и именно вот с теми, кто работает на предприятии, потому что и график работы соответствующий, и посменный, и так далее. А здесь живут те же самые люди, которые живут в Нефтегорском районе. И они должны обладать всей той полнотой информации о том, что сегодня делает власть, что сегодня делает государство, для того, чтобы вот оказывать возможную помощь семье, материнству, детству. Руководство завода сразу откликнулось на предложение провести тематическую встречу. По долгу службы очень часто приходится разговаривать с подчиненными. Все без исключения, очень сильно плавают в законных основаниях того или другого момента. Например, даже такой, как вот выплата пособий детских, выплата материнского капитала. Это одна из первых встреч в Нефтегорске, проводимых на предприятии. В ближайшее время эстафету собираются принять и другие крупные производства района. Екатерина Алексеева, Александр Дудко. Новости губернии, Нефтегорский район.